Телеканал Шопен Шоу напоминает с удовольствием о том, что у нас уже в полном разгаре осенний шик. Это акция, которая заканчивается 13 сентября. Что это значит? Это значит, что на все новые коллекции в моде и в украшениях вы сразу уже получаете скидки. Вот такое предложение, от которого невозможно отказаться. Ну и сегодня рубрика «Мода», сегодня только модные тенденции, но еще и осень стучится к нам. Встречайте нашего стилиста Светлану Воронцову. Здравствуйте, мои дорогие, встречайте мою коллегу Надежду Исайкину. Сегодня в нашей осенней программе та самая коллекция, которую вы давно ждали. Как можно сохранить свою женственность и подчеркнуть свой женственный силуэт при помощи практичных, качественных вещей. Телеканал Шопен Шоу и рубрика «Мода». Рубрика «Мода» с удовольствием представляет вам костюм Альбина, который уже как-то присутствовал на наших эфирах, получил просто сногсшибательную репутацию и теперь является хитом. Номер один. Вы любите его. Кстати, более 1000 наших постоянных телезрителей уже носят костюм Альбина. Они его уже заказали. Почему вы еще этого не сделали? Поэтому я предлагаю вам сегодня сделать это прямо сейчас лучше, потому что сегодня действует специальная цена на костюм Альбина. 2490 рублей – это цена только сегодня. Это самое выгодное предложение. Наденька, ты знаешь, я уверена, что наши женщины очень любят костюмы. Правда, ведь вы любите костюмы, но не всегда их носите. Почему? Я знаю, потому что костюмная ткань сковывает движение. Посмотрите, как мне комфортно. Я могу делать в нем зарядку. Посмотрите, насколько в этом костюме я ощущаю себя комфортно. Это очень важно. Это действительно важно, потому что, вот ты знаешь, жесткие костюмы не любят наши телезрители, так же, как и мы хотим комфорт, мы хотим удобства. Но Светлана, как обычно, о красоте, об удобстве, а я об экономии. Давайте с вами посчитаем. Берем калькуляторы, смотрим, что у нас получается. У нас получается, что в костюме участвует жакет и юбка. То есть это два полноценных отдельных предмета гардероба. Казалось бы, сколько может стоить такой ансамбль? Жакет в магазине стоит 3000, юбка 2000, итого минимум 5000. Но нет, вы платите сегодня меньше, чем 2500 рублей за костюм, который, кстати, вне времени, вне конкуренции и максимально удобный. Итак, мои дорогие, вот он пиджак. Посмотрите, какая красота. Я вам хочу сказать прежде всего, да, красота, но мы сегодня говорим еще и о комфорте. Посмотрите, это жакет. Мягкий, комфортный. Надя, я сейчас хочу продемонстрировать самое важное, то, что он тянется. Тянется. Он эластичный. Сразу вопрос. У меня сразу, я думаю, телезрительница смотрит и думает, за счет чего он так подтягивается? Неужели это такая ткань? Что это? Давай посмотрим. Давай. Во-первых, я хочу сказать, что это компания «Заря». Так. И компания «Заря» славится своими трикотажными вещами. Угу. Посмотрите, вот она, изнаночная сторона. И вы видите, что наш жакет вывязан. А ты знаешь, что прежде чем сшить изделие, лекало, вначале по лекалу вывязывается каждая деталь. И обратите внимание, что каждая деталь проходит специальную обработку. Выпаривается, так, вылеживается, так, потом снова выпаривается. И после этого только сшивается в готовое изделие. То есть, что у нас получается? Получается, что этот жакет не меняет форму свою, да, ни после стирок, ни после ухода, а значит, он прослужит вам бесконечное количество времени, столько, сколько нужно. Кстати, у моей мамы когда-то далеко в советское время был такой, ты знаешь, вязаный зеленый костюм, тоже с юбкой, и вот я помню, что носила она его, ну, я не знаю, лет 15-20 точно, и вы тоже вспомните, у вас тоже были такие костюмы удачные, любимые, которые вы с удовольствием носили, ни в чем себе не отказывали. А потом в какой-то момент все пропали, эти костюмы, и теперь у вас есть возможность для себя, любимой, приобрести новинку, костюм от легендарной компании «Заря». 2490 рублей. Торопитесь, потому что уже много заказов. Ты знаешь, Надя, вот сейчас давайте поговорим еще и о составе, раз мы заговорили о вязаном полотне. Смотрите, шерсть 20%, хлопок 30% и пан. Пан – это заменитель шерсти. И именно благодаря пану, Надя, этот костюм прослужит больше, чем 15 лет. Я тебя поняла. То есть здесь удачное сочетание волокон. Такой коктейль. Отлично. Ты совершенно права. Посмотрите сейчас на нашу Лали. Она носит 52 размер. Я ношу 50. И Лали, наш костюм Альбина, сочетает с топом. Вы
можете, кстати, носить любую блузку, даже водолазку. А это говорит о том, что в этом костюме вы можете встречать осень, зиму, весну и прохладное лето. Это действительно не демисезонный костюм, это костюм на целый год. Кстати, наша модель, да и ты, Светлана, похожа на руководительницу собственного бизнеса, на бизнес-леди, на директора. То есть, давайте резюмируем. Что мы получаем? Мы получаем комфортный костюм, потому что он подтягивается. Посмотрите, это же классика. Сама Шанель нам завещала носить именно такие удобные, комфортные жакеты. Невероятное качество, потому что это фабрика Заря, это уже легенда. Вы сейчас инвестируете в себя любимую. Вы будете нарядной, вы будете красивой, и у вас будет отличное настроение. А значит, жизнь улучшается, жизнь-то налаживается. Конечно же, еще бы с такими ценами. 2490 рублей цена за две вещи. Это ваш костюм. Приезжайте, забирайте, звоните нам. Знаете еще, что мне нравится в этом костюме? То, что он выполнен из одной ткани, он удлиняет силуэт. Итак, костюм, который состоит из двух базовых вещей. Мягкий, комфортный, посмотрите на эластичное трикотажное волокно. Укороченный жакет, но прикрывает зону поясницы. Вам будет в нем очень комфортно. Осень – это та самая пора, когда вы можете подчеркнуть свою женственность и свой женственный силуэт. Мы с вами любим подчеркивать действительно силуэт. Это можно сделать при помощи обычного костюма, но лучше при помощи костюма от фабрики «Заря» Альбина. Цена просто невероятная. Меньше 2500 рублей. Сейчас шарфы стоят 2500 рублей в магазине, а мы предлагаем целый костюм, Светлана.